Всем привет, ребята! Вы на канале Кристина Шик, и я ее мама Лена, и я веду рубрику Second Hand. И сегодня у нас жирный весенний улов весенних обновок, и мне не терпится их вам показать. Что первое я увидела и заметила для себя? И далее это же было продвижением покупкой следующих моих вещей. Это были вот такие ботильоны. Ботильоны, черные под замш, невысокий каблучок, очень для повседневной носки актуален сейчас. Есть вот такая бахрома, это как в стиле бахо. Сейчас очень модно на сумках вот такие разрезанные висюльки, чтобы висели. И они мне сразу понравились, я вам покажу их сейчас на ножке. Это просто красиво и безумно интересно. Смотрится нога в них утонченная, женственная. Такая вот серо-голубая туника сразу привлекла мой взгляд в секонд-хенде. Я решила сразу, что это будет моя вещь, которую я куплю. Как вы знаете, у меня есть магазин на Шафе, где я продаю вещи, которые мне не подходят по размеру, или велики, или малы. И тому, кто заинтересуется вот этой туникой, можно пройти по ссылке в описании под видео и посмотрите вещи, которые я там продаю. Вот такая серо-голубая туничка, еще раз повторяюсь, попалась мне в секонд-хенде, фирма Giorgi. Размер 14, это где-то 50 размер наш. Очень-очень мягкого такого плетения. Здесь вязочка такая, похожая на ангору, но это не ангора и не шерсть. Написано 100% акрил. Мне нравится, что она еще вот с карманами. Очень удобно здесь, когда есть карманчики, спрятать руки. Рукав 3/4. Очень интересный вырез, как впереди, так и сзади, что подчеркивает линию спины и смотрится очень сексуально. Следующей покупкой были вот такие брюки. Тоже интересного цвета. Цвет серо-коричневый, скажем так. Они укороченные внизу. Фирма New Look. Размер 10. Интересно обшит каймой пояс в белый горох. Очень стильно смотрится. Горошки, они всегда остаются и есть актуальны. И эти брюки я тоже подобрала под комплект из сапожек в стиле бахо. Туники серо-голубого цвета и эти брюки я вместе создала такой образ и вместе его примерила. И еще одна туника весеннего сиреневого цвета, но тоже она такая милашная, такая приятная к телу, такая нежная, просто невозможно было ее не купить. Размер опять же таки большой, ребят. Буду ее продавать в своем магазине Шафа. Это опять таки где-то 50, может быть даже 52 размер. Не написана фирма производителя. Очень интересный рукав завязывается на шлейке. Можно выпустить и будут просто свисающие вот такие петелечки здесь. Можно завязать на узелок, тоже подчеркнет рукавчик, станет более интересной в модели. Она так обычная, ровная, под шелк-то тянущийся. Немного с каким-то переливом нитка есть. Смотрится на фигуре, не выдавая никакие женские недостатки. Она наоборот, несмотря на то, что она такая тоненькая, она скрывает все недостатки фигуры. День была, видимо, моя удача по обуви. И я приобрела сразу 3 пары обуви. Одной из них стали вот такие ботильоны на высочайшем каблуке. Каблук здесь 11,5 сантиметров. Есть вот такая резиночка, которая тянется. Подойдет на любую ширину колени. Замочек застегается. Они абсолютно новые. Практически можно сказать, что их померили и оставили. Никто их не носил. Не сношено, не затерты зубцы. Сделаны под замш, грубый замш такой. Здесь впереди на носике вот такая декоративная строчка,
которая тоже делает ножку миниатюрно и аккуратно, несмотря на то, что это 39 размер, ножка кажется на размер 35. Невероятным уловом были также вот эти брюки фирмы Zara. Они почти не ношены, мне кажется, что они вообще новые, висели на тремпеле. Цвет черный, есть декоративная строчка на ножке, есть замочки внизу, причем они укороченного модного кроя. Очень-очень утягивают фигуру. Размер 30-ка, вот на меня они тоже отлично сели, как раз впритык, все утягивают, затягивают, худят, как сейчас модно. Ну и то, что мне нравится, можно затянуть еще дополнительно сюда ремень. За эту покупку вы мне, конечно, заклюете, скажете, что это безвкусица, что они не модны. Здесь меня, конечно, привлек цвет. Было время, когда я не могла найти у нас по городу фиолетовые сапоги, а у меня была фиолетовая сумка с Oriflame. Я просто искала везде фиолетовые сапоги и не могла их найти. Да, сейчас немножко не актуальна эта форма, но мода возвращается. И я надеюсь, что они у меня долежат до того момента, когда они все-таки станут актуальны, потому что мода циклирует, она ходит по кругу. Естественно, это мой размер, это небольшой каблук, это замша, это декор из разноцветных бусин в серебре и в золоте. На ножке сидят изумительно. Я все-таки думаю, что будет тот образ, тот момент, когда я смогу их носить. Всем, кто не подписан на канал, нажимайте кнопочку подписаться, и до следующих видео с новыми обновками.